Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня просто презентация. Я себе связала кардиганчик, вот я его благополучно вам демонстрирую. Вот, связала опять же из остатков пряжи, вот что у меня была черная и серая, я ее скомбинировала, вот в две нити сложила и связала. Но почему я показываю? Потому что не просто похвастаться, а напомнить вам о моем мастер-классе, по которому я вязала вот этот кардиганчик своему внуку. То есть свой я вязала по этому же мастер-классу, по этому же принципу. Поэтому хочу вам как бы напомнить о нем. Это совершенно интересный такой новый, ну, возможно, не новый способ, но довольно-таки полезный мастер-класс, потому что вяжется эта модель с капюшона сверху вниз бесшовным полотном, без швов, одним полотном. И вы по нему можете связать абсолютно из любой пряжи и абсолютно из любого размера. То есть, как показано, у меня он был на полугодичного ребенка, вот этот вот маленький, связан из Ализе Baby Wool, вот, в одну нить. И вот мой, он связан уже из других абсолютно ниточек и в два сложения, то есть другой плотности и совершенно другая структура, потому что там у меня вискоза, и он так падает как бы свободно. Вот. Также вы можете связать своим мужчинам по этому мастер-классу очень легко. Мужской, женский тоже вы можете варьировать шире, уже это уже на ваше усмотрение, все очень легко корректируется по этому мастер-классу и легко вяжется из любой пряжи, то есть нет привязки абсолютно на плотность вязания, на спицы, на пряжу, абсолютно берите все, что вам у вас есть, скажем так, вот, и вяжите. И вяжите на тот размер, который вам нужно. Вот еще в этом мастер-классе все абсолютные карманы есть сверху вниз цельновязанные. Вот капюшон, с капюшона начинаем и вяжем вниз, девчонки. Вот. Ну, я себе, кстати, не делала карманы. Почему? Потому что не хватило пряжи. Вот, я хотела его длинный такой, ну, чтобы, ну, зимой носить под лосины, под узкие брюки, да, и чтобы это было тепло, уютно и комфортно. Ну, все, девчонки, все, что хотела, то сказала. Я просто хотела напомнить об этом мастер-классе, что он есть в открытом доступе. Пожалуйста, вяжите, кому не хватает мужских мастер-классов, вяжите, вот, пожалуйста, такую теплую кофту. Вы легко свяжете своим мужчинам. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.